Так, сегодня у нас 16 августа, ну посмотрим 6 августа, какие изменения на карте. Это расистов прогресс. Давай посмотрим 6 числа, когда началось наступление на Курск. Посмотрим, как изменилась обстановочка. Вот это россияне продвигаются. Видна динамика, да? Возвращаем обратно на шестую. И не меняем масштаба карты. Посмотрим за то же время, какой прогресс украинских вооруженных сил. Курской области. Ну, по-моему, наглядно, да? Еще раз, шестое. Поехали назад. Ну, в общем, как-то так получилось. От Киева за 3 дня до открытия украинской комендатуры в Курской области. По-моему, неплохо, да? Все идет по плану.